Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Пришла осень и в наш дом. Пожелтели листья на цветочках, пора их уже убирать. Посмотрите, как выглядит мой замечательный гранат. Все нужно приводить в порядок и убирать. Вот он, гранатик. Листья тоже сейчас начинают уже сыпаться с граната. Вот. Доцветают последние розы. Их мало. Обсыпался лимонник полностью. Он самый первый начинает распускать листья. И самый первый сыпется. Уже скинул всю листву. Посмотрите, как выглядит виноград. Еще зеленые листья хрена. А виноград тоже весь пожелтел. Завтра уберу мангольд, наделаю голубцов. Вот это моя клубничка. Помните, как мы с вами садили клубнику, отсаживали молодую? Вот она вся в цвету. Зеленый лук повешал уши. Это петрушка. Ой, а как сыро-то на газоне. Очень молодой щавель. Можно даже заморозить, но места для этого нет. Осыпалась листва с черноплодки. Бросает листья ирга. Розы почти не цветут. Так, пару штук только. Видите? Все уже готовится к зиме. Вот тут у нас мята, так я ее еще и не сняла, не посушила. Смородина, все сбрасывает лист. Вот тут нужны руки до руки. Я сейчас покажу вам свою теплицу. Смотрите, сколько наросло помидор. Вот вам один красавчик. Второй красавчик. Видите? Красотень. А вот это вот загадка природы. Кстати, моя любимая. Видите? Сколько она завязала фруктов. Жара мешала растениям развиваться, а сейчас они отдохнули. Сейчас покажу дальше. Войти туда невозможно. Все заставлено. Закрыто. Вот так. Видите? И там красные помидоры, и тут красные помидоры. Везде еще есть красные помидоры. Ну-ка. Убираем. И вот тут красные, прекрасные помидорки. Ну, красавицы. Посмотрите, посмотрите, какие помидоры на загадке природы. Посмотрите, это куда годится такие богатыри. Вот вам еще один богатырь, мощные. И вот там дальше еще. Здесь тоже очень крупный помидорчик. Мы его тоже снимем, дозреет он дома. Тем более, что нам надо уже помидорок. И вот там дальше тоже есть красные помидоры. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И сюда, дружок. Вот. Вот он, красный помидорчик. Красавчик. И еще один. Опа, чуть не уронил. И еще один бурый снизу. Потом... Начала снимать теплицу с красными помидорами. Набила полные карманы. Все вам сняла, когда заглянула назад в камеру, она вообще ничего не сняла. Ну вот я вам показывала, вот такие крупные загадка природы наросли, прямо богатыри. А вот смотрите, какая помидорина, видите, богатырь. Здесь я сняла еще
Казанову. Так, что я... Надо вот тут еще помидорку снять. Ее прямо хорошенько покусали гусеницы. Ну и вот там еще есть помидоры красные, видите? Остальные все поснимала, сейчас унесу в дом. С помидорами надо разбираться, надо их убирать. Хватит им уже расти. Вот тут еще красивеют и растут перчики. Вот это вот перец-колокольчик называется. Они все острые перцы. И перца тоже достаточно, но он не покраснел. Вот тут тоже колокольчики звенят, бубенчики. Видите? Надо все снимать. Уже пришло время. А так, очень довольна своими помидорами. Прямо от души довольна. Так, несем красные помидоры домой. Ну вот, столько набрала бурых и красных помидор в теплице. Прям душа радуется. Хорошие помидорки. Замечательные. А огурцы мы сегодня уже купили. 250 грамм. А почему мы купили сегодня огурцы? Потому что там, где были огурцы, у нас черные пары. И тоже виноград. Скоро надо обрезать. Лист упадет. И здесь были огурцы на следующий год. Здесь сядут помидоры. А огурцы пойдут в теплицу, где сейчас растут помидоры. Вот так выглядит гортензия. Тоже надо все срезать. Сплошное безобразие. Осень пришла к нам в дом. Еще пока не было заморозков. Но похолодание уже ощущается. И тут уже листья желтые над городом кружатся. Осень, осень. Осень пришла вот буквально последнюю неделю. Начал падать лист, пожелтел и так далее. А у нас уже последняя неделя октября. Все. Все закрывается. Это все виноград с такими красивыми-красивыми листьями. Ну и тут тоже уже все выглядит так. Зацветает поздняя хризантема. Вот тут у меня такая розовая. Вот там розовая с зеленой серединкой, похожа на ромашку. Вот. А вот тут расцветает белая. И вот та, наверное, тоже белая. Будем смотреть. Потому что эти хризантемы я садила позже. Вот. Ну и тут тоже. Надо все вырезать, выбрасывать. Виноград. Розы отцвели. Зацветает скимия. Пора уже и бегонию убирать. Все нужно убирать. И переделывать декорацию на крыльце. И так далее. Видите? Вот здесь еще затишочки. Бегония выглядит лучше, чем везде. Ну, а везде выглядит, как выглядит. Вот приготовлены уже цветочки для новой посадки. Вот так. Так выглядит наш двор в осенний период, переходный период. Еще красуется клещевина. Но в основном все уже готовится к зиме. Так же, как и мы готовимся к зиме. Ну, показала вам летнюю посадку в последний раз. Пора пересаживать, убирать, собирать. Все, скоро зима. А зимой в Германии совсем другие цветы цветут. Вы спрашивали, почему на кладбище очень много вереска. Вереска очень много, потому что он продается в это время везде, во всех магазинах. Стоит он недорого, а сравнительно недорого. Поэтому вереск садят везде.
Ну и смотрится он тоже очень красиво. Не забывайте ставить лайки не в самом начале, а хотя бы после середины видео. Просматривайте мои ролики до конца. Бывают какие-то сюрпризы и в конце. Вы это знаете. Всем всего самого-самого, самого лучшего, самого желанного. Пусть ваши все мечты сбываются. Будьте здоровы, пусть будут здоровы ваши близкие. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч. Я жду вас.